Самый везучий рыбак у нас это Эдик. Он все время ловит трофеи. Вот сейчас у него в очередной раз какой-то кабанчик попался. Эдик, стой. Нет, я не запутал, подожди. Нет, подними, чтобы я видел, где. Давай, вот он я. И давай. Тяни. Вытаскивай. Пацак, Нир, или кто там, ага. Проходи туда. Пока жди, потом подсак в воду положишь. То есть опустишь его в воду. Поднимай, на себя. Сейчас я его вытащу наверх сначала. Да, поднимать не надо, на себя надо. Под него подвел, чуть вверх и на себя. Так, есть. Вот, пошел, вот, шоп лидер, вот бля. Вот он идет. И пока не вижу. Ух, нихуя ж себе, бля. Не ругайтесь матом. А то боженька язык отхерачит. Люди помнят их? Это под трешечку. Подожди. Убери. Подожди. Что мы еще делаем? Ты смотри, что творится. Здорово, однако. Пусть остынет. Дал бы ты ему глотнуть воздуха-то. Он уже глотался. Подводи вниз. Нет. Не, подожди. Подожди, сейчас я его подведу, стой, подожди. Опаньки. И на себя. Отходи, давай. Держи ручку. Ну, это под трешечку. Какая чешуя крупная прям. Я пойду подумаю, все в карп. Да, прям чешуя очень крупная, как у карпа. Это гибрид. Белый карп. Лакарпиха просто. Вот этот, Виталик, дай мне этот. Даю, все уже, вот. Все. Ну-ка прикинем, сейчас мы его завесим, сколько он будет.